Перед началом этого видео хотел сказать, что заходите на мой дискорд-сервер. Там можно потрейдиться, попереписываться в чатике, узнать полезную информацию и много-много всего интересного. И спасибо огромное ютуберу Фруктику, он настроил мне дискорд-сервер. Спасибо тебе большое. Ссылочку на его канал я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. И, кстати, ссылочку на дискорд-сервер я тоже там оставлю. Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. И в Overlook B вышло обновление Пасха! Ура, наконец-то! Сейчас мы посмотрим, что тут появилось новенького и подкрываем боксики. Ведь у меня 8250 гемасиков. Так, тут появился новый ховерборд, новый велосипед. Ну, это меня сейчас не очень интересует. Карета. Можно вот этому кролику дать 500 гемов, и он тебе выдаст что-то там такое. Короче, сейчас попробую. Еще вот такая штука. Еще... Ну, это за робоксы. Так, карета. Вот такие штуки. Я буду тратить все свои денежки вот этому королю. О, ура! Он мне дал вот такое вот яичко с пэтиком. И сейчас я его открою. Мне выпала вот такая морковка. Боже, какая она милая. Ну, она, конечно, камоновская. Но она все равно очень милая. Мне дал еще одно яйцо с пэтом. О, мне выпала гусеничка. Смотрите, какая она прикольная. Ну что же, я продолжаю тратить свои денежки. И кролик мне подарил вот такой вот байк. Ну, велосипед. Вот такой вот. Прикольно. О, господи, что это такое? Это... Это морковный транспорт. Да-да. О, наконец-то. Ой, мне выпала жабка. А, они все такие милые. Она ультра редкая. Прикольно. Смотрите, какая няшка. Кролик, и что же ты мне дашь? И он мне дал очередного пэта. Ура. Мне выпала единорожка. Она ультра редкая. Боже, как она прикольная. Она конфетная? Кэнди корн. Да, она конфетная, классно. И мне кролик дал очередного пэта. Ура, ура, ура. Открываем этот шарик. И мне выпала первая повторка, ну, потому что морковка камоновская, и поэтому она мне выпала второй раз. Ну, ничего страшного. О, мне выпала птичка. Она необычная. Это утка? Подождите. Даки. Короче, я не знаю, что это за птичка. Ну, короче, персиковая птичка. Хорошо, что у меня много гемов. Я заранее их накопила, потому что я знала, то, что будет обновление. И мне дали вот такую вот какую-то корзинку. Она, кстати, ультраредкая, прикольно. Но я на этом не останавливаюсь. Я хочу потратить все-все-все свои гемы. Ребята, посмотрите, что мне дал кролик. Он мне дал вот такую вот игрушечку, прикольно. Я ему 5 раз уже отдала 500 гемов, и он мне дал 5 вот таких вот яичек. И сейчас мы посмотрим, что же мне выпадет из них. Вот такая вот птичка, еще одна единорожка, прикольно. Кстати, ребята, я выполнила какое-то задание, мне дали 500 гемов, и теперь я смогу еще раз дать ему 500 гемов. Мне выпал вот такой вот мишка, и он редкий, вот такой мишка. Опа-на, это кто такой? Необычный, вот такой вот какой-то, это букашка какая-то, у нее такая прическа прикольная. И что же мне выпало? Мне выпала птичка. Короче, ребят, у меня есть еще гемы, и еще здесь можно пройти квест. Но это я сделаю в следующем видео, потому что, чтобы это видео уже не было таким длинным. Ждите продолжения, оно очень скоро выйдет на моем канале. Всем пока-пока!